Hi everybody, this is Irina. Welcome back to my channel. In today's video, we're going to look at four popular verbs in Russian that refer to four verbs in English that are to speak, to tell, to say, and to talk. First, let's look at the Russian analogs of these verbs. The verb to speak in Russian sounds as говорить. A popular example here can be this one. Я говорю по-русски. I speak Russian. The verb to say in Russian will sound as сказать. For instance, he said to me, calm down. Он сказал мне, успокойся. The next one is to tell, that is рассказывать. For example, tell me that story. Расскажи мне ту историю. And the last verb is to talk. In Russian it sounds as разговаривать or говорить, like the verb to speak. For instance, let's talk. Давай поговорим. Let's look at all of these verbs in present, past and future tenses. Please note that some words cannot be used in one tense or another. In that case, we should use another verb, one of those that I mentioned earlier. Okay? Now, let's start. Говорить. Я говорю. Ты говоришь. Мы говорим. Вы говорите. Он говорит. Она говорит. Оно говорит. Они говорят. Я говорю по-русски. Я говорю по-русски. Вы говорите громко. Вы говорите громко. Я говорил. Я говорила. Ты говорил. Ты говорила. Мы говорили. Вы говорили. Он говорил. Она говорила. Оно говорило. Они говорили. Мы говорили с ним по-английски. Мы говорили с ним по-английски. Она говорила очень тихо. Она говорила очень тихо. The verb говорить in future tense consists of two words. The verb to be in future tense plus the infinitive form of the verb говорить. However, we don't use this form so often. We add the prefix по to the verb говорить, and now we have a new verb, that is поговорить. Let's look at all the endings of this verb in future tense. Я буду говорить. Ты будешь говорить. Мы будем говорить. Вы будете говорить. Он будет говорить. Она будет говорить. Оно будет говорить. Они будут говорить. Вы будете говорить по телефону. Вы будете говорить по телефону. Я поговорю. Ты поговоришь. Мы поговорим. Вы поговорите. Он поговорит. Она поговорит. Оно поговорит. Они поговорят.
can see, the endings of the verb поговорить are the same as they are in present tense of the verb говорить. The only thing that has changed is that we added the prefix по. Okay? Now let's look at the examples. Я поговорю с ним. Я поговорю с ним. Он поговорит с тобой. Он поговорит с тобой. The next verb is сказать or to say. This verb doesn't have any form in present tense. We should use the verb говорить instead. In past and future tenses, everything is okay. Let's look at the following slides. Я говорю, ты говоришь, мы говорим, вы говорите, он говорит, она говорит, оно говорит, они говорят. Я сказал, я сказала. Ты сказал, ты сказала. Мы сказали, вы сказали. Он сказал, она сказала, оно сказала, они сказали. Он сказал, что ты была здесь. Он сказал, что ты была здесь. Они сказали, что ты ушел. Они сказали, что ты ушел. Я скажу, ты скажешь. Мы скажем, вы скажете, он скажет, она скажет, оно скажет, они скажут. Я скажу тебе правду. Я скажу тебе правду. Она скажет нам его имя. Она скажет нам его имя. The next verb is to tell. In Russian we have two versions of this verb, which are рассказывать and рассказать. You know already all the endings of the verb сказать. By adding the prefix раз to the verb сказать, we'll have another verb, that is рассказать. In present tense, this verb has its own endings, while in past and future tenses, the endings will be the same as they were in the verb сказать. But here we'll also have the prefix раз, okay? Let's look at the following slides. Я рассказываю, ты рассказываешь, мы рассказываем, вы рассказываете, он рассказывает, она рассказывает, оно рассказывает, они рассказывают. Я рассказываю тебе историю. Я рассказываю тебе историю. Он рассказывает ей сказку. Он рассказывает ей сказку. Я рассказал. Я рассказала. Ты рассказал.
ты рассказала. Мы рассказали. Вы рассказали. Он рассказал. Она рассказала. Оно рассказало. Они рассказали. Он мне все рассказал. Он мне все рассказал. Вы рассказали им о себе. Вы рассказали им о себе. Я расскажу, ты расскажешь, мы расскажем, вы расскажете, он расскажет, она расскажет, оно расскажет, они расскажут. Она расскажет ему о своем друге. Она расскажет ему о своем друге. Ты расскажешь всем о нем. Ты расскажешь всем о нем. Good. The last verb is to talk. In Russian it can be translated as говорить or разговаривать. We've already learned the verb говорить. This time we'll look at the verb разговаривать. The endings will be the same as they were in the verb говорить. Let's look as usual at the following slides. Я разговариваю, ты разговариваешь, мы разговариваем, вы разговариваете, он разговаривает, она разговаривает, оно разговаривает, они разговаривают. Я разговариваю с тобой. Я разговариваю с тобой. Она разговаривает со своим начальником. Она разговаривает со своим начальником. Я разговаривал. Я разговаривала. Ты разговаривал. Ты разговаривала. Мы разговаривали. Вы разговаривали. Он разговаривал, она разговаривала, оно разговаривало, они разговаривали. Вы разговаривали с тем человеком. Вы разговаривали с тем человеком. Ты разговаривала с папой. Ты разговаривала с папой. In past tense, we usually use the verb говорить, not разговаривать. So in this case, the previous examples would sound as вы говорили с тем человеком. Ты говорила с папой. Okay, good. Now the future tense. Here, like in the verb говорить, we'll have two verbs for each pronoun. The verb to be, that changes its ending, plus the verb разговаривать in infinitive form. In future tense, instead of using the verb разговаривать, we use the verb говорить or поговорить, those verbs that we've learned earlier in this lesson. Okay? Now let's look at the verb разговаривать in future tense. Я
буду разговаривать. Ты будешь разговаривать. Мы будем разговаривать. Вы будете разговаривать. Он будет разговаривать. Она будет разговаривать. Оно будет разговаривать. Они будут разговаривать. Ты будешь с ним разговаривать? Ты будешь с ним разговаривать? Very good, guys. Today you did a great job. If you like this video, please give the thumbs up and subscribe to my channel. If you have any questions, please leave them in the comment section below this video. Take care. Bye for now.